Индустриальный район, улица Верхнемулинская. Этот участок дороги является местом повышенной аварийности. Асфальт здесь в плачевном состоянии. И с каждым годом становится только хуже. Года три, по-моему, тут такая дорога, если не больше. Просто не проехать, колеса оставляют, бывает. Машину что, подвеску портишь. Кроме того, на некоторых участках улицы отсутствуют тротуары. Местным жителям приходится передвигаться по проезжей части, рискуя угодить под колеса автомобиля. Горожане куда только не обращались, чтобы обратить внимание на проблему. И в итоге, что называется, достучались. С проверкой на место выехал прокурор индустриального района Сергей Мурай, прихватив с собой всех ответственных лиц. Разбор полетов начал с ГИБДД, чьи предписания неоднократно направлялись в адрес администрации района. Ну вы видите, как исполняются ваши предписания? Не исполняются. Прокурор потребовал, чтобы через неделю сотрудники ГИБДД доложили информацию по неисполненным предписаниям. Дальше разговор пошел с представителями районного благоустройства. Определяли места по предписанию, эти ямки были сделаны. В связи с тем, что покрытие настолько разрушено, что даже горячий асфальт тут не держится. Тут текущим ремонтом дорогу не спасти, тут требуется только капитальный ремонт. А что вами сделано, чтобы организовать этот капитальный ремонт дороги? Было направлено письмо в управление жилищного благоустройства с требованием, чтобы они рассмотрели в план включения данного участка капитальный ремонт. Ответ получен из благоустройства городского? Ответ нет, письменного ответа не было. А когда вами направлено это требование? В июле. О том, чем грозит затягивание с началом капремонта, прокурор объяснил прямым текстом уже представителям городской администрации. Я вот вам, как представителю города, говорю, донесите, пожалуйста, до своих руководителей по данной дороге. Если кто-то пострадает из пешеходов и, не дай бог, будет сильно травмирован или смертельный случай, будут представители дорблагоустройства поставлен вопрос о привлечении к уголовной ответственности за халатность. Веренный участок должен отлежаться в нормативном состоянии. Хорошо. После изучения запрошенных материалов от ГИБДД, городской и районной администрации будет составлено предписание прокуратуры, определяющее сроки ремонта этого участка дороги. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.